не показал, здесь закрыл. И эту тоже закрываю. Теперь ослабляю вот эти у нас крест-накрест. И также закрываю пакетом. Поднимаю разъем и снимаю его. Снимаю вот этот разъем. И откручиваю форсунку. Тоже болт почищу. Также беру ключик, шевельну. Ну вот, видно, форсунка сразу шевелится. Скажу, что перед тем, как начать вытаскивать форсунки, когда я менял свечи накала, я форсунки пролил ВД-шкой два раза. Простояло, сутки простояло, да? Может быть, из-за этого оно и откисло все, и это так себя ведет легко. Также продул гайку на молотке, прикручиваю на форсунку. Усилие не сильное делаю. Эта форсунка чище, на ней нет такой коррозии, все в масле, возможно, сверху попадало, возможно, то, что я ВД-шкой заливал.
Я ее просто протер. Все, она чистая, даже маркировка четко читается. Продуваю колодец. И потом посмотрим после продувки, в каком он состоянии. Опускаю в самый цилиндр. Просто протереть. Состояние отличное. Стержень у меня без всяких крючков, без всего, чтобы не поцарапать. Беру тряпку, на него накидываю и наворачиваю. Все, только остается продуть, и колодец чистый. Беру новое колечко, шайбу, опускаю вниз, форсунку смазал, верхнее колечко на обратке заменил. И опускаю форсунку вниз. Все, без всякого усилия все встало на место. Ставлю лапку. Наживляю болт. Сразу ставлю на место обратку. И защелкиваю. Выставляю по болту, как снимал, она у меня также стоит. Ставлю 5 ньютонометров. Подтянул. Теперь ставлю на 13. Надо 12, я ставлю на 13. 13 ньютонометров. Все.
Тому, как менять эти форсунки, я уже показывать не буду. Я выдерну, если какой-то подвох будет, я уже покажу, что там есть. А так точно так же делаем. И первую форсунку я уже могу прикрутить на место трубочку. Темная гайка у нас идет на рампу, светлая гайка идет на форсунку. Эти зажимы тоже затягиваются моментом, но рожкового ключа у меня нету динамометрического, поэтому я подтягиваю от руки. Но будьте аккуратны. Все, больше тянуть не буду. Ну что, эти форсунки тоже снялись без проблем, легко вышли. Также они чистые. Самая проблемная была первая с коррозией. А эти чистые, на них маркировка читается. Все, промыл, прочистил, смазал и поставил. Здесь дополнительно снял разъем с рампы. И что я еще сделал? А, все. Больше ничего не делал. Эта форсунка нормально снялась. Эту гайку даже не откручивал с насоса. Ставлю на место этот разъем. И с хозяином автомобиля сейчас пообщались. Надо было сразу нам заказать трубку обратки новую, расходный элемент. Но резиночки я заменил, поэтому сейчас ставлю трубки, здесь протираю все и пробую заводить и буду смотреть, будет подтекать на обратке. Нет, если будет подтекать, закажу новую трубку и уже заменю. А так при замене, если что-то делаете, заказывайте, она как расходник идет. Так что вот так вот.
Ставлю воздуховод и пробую запускать. Здесь болт я тоже пока не прикрутил. Сейчас пока только запускаю, а потом надо будет сюда еще шумоизолятор поставить. Этот. Камеру переставляю. Пробую запускать. Долго подкачивал. Сука. Пусть работает, прогревается. Дальше буду смотреть. Автомобиль практически прогрелся. Температура на месте долго поднимается. Меня интересовало другое. Испарения под капотом прошли. И экспресс-заменой убрал все подтеки. Возьму фонарик. Все колодцы сухие, подтеков никаких нету, солярки ни на одном из цилиндров, и парить здесь перестало. Ну, здесь очиститель был, ВДшка была, я заливал, и вот все почистил. Теперь остается только доделать. Снимаю воздуховод. Полностью убирать его не буду. Ложу вот этот экран. И ложу крышку. Затягиваю, прикручиваю, ставлю крышку аккумулятора. И на этом все. Все собрал. Контрольный пуск.
вот и все. На этом профилактику форсунок я закончил. Всего вам доброго.